Дорогие конники, вопрос на засыпку. Как избавиться от скрипа седла? Ну прям очень так скрипит, не переставая. Так, кожу я уже смазывала кремом во всех местах, где смогла достать. Может, еще что-то нужно сделать? Вот засранка где-то потерялась, блин. И эти еще не молчали до последнего, блин. Не отвлекались друг на друга, не ржали. Только сделала перерыв с цветочком сфотаться, сорвать. Вроде выехали на гражданку, и какое тут красивое такое как бы поле, и ирисы тут, и какие-то желто-рыженькие цветочки. В общем, красота. Ирисы еще не отошли. Хотя уже июль. Цветут. Все. Будем пробираться дальше. Нашей основной дороги. Вон дальше, дальше там идут. Бесконечные леса, леса. Тропа с лужей. Ехали, ехали. И вот какой-то выезд из леса, но похоже на какое-то поле. Где мы находимся, хрен его знает. Чернышевки, что ли? А тут соевое поле. Так что разворачиваемся и выбираем левую тропу. Вон трасса Чернышевская, кажется. Ну-ка. И даже вот окраина, по-моему, Чернышевки, да? Машины на город. Ну все, нам дальше пути нет. По полю сейчас вообще замучаешься. Наконец-то поле. Ирюшское поле. Видит солнце Анюна. На поле уехали. Престоры. Девочки, догоняйте. Стоп. Сейчас у нас зеленый переездик. Вот боярышник. Красивым бордовым цветом. Что, передых небольшой? Можно дальше. Напрямую к дому. Вот тут у нас еще канальчик какой-то. Болотистые тропы. Веточка протыкала обследовать посаженное поле какие-то. Их
хочет вот так по мягкой дороге ходить, а? Засранка. Ходи давай на дорогу уже. За. Я так. Видят, будет нам трындец. Наверное, милый мой идет, на нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет. Ой, а тут что творится? Тут все в желтых лилиях, целое поле, везде, везде. Короче, плохо.
Россия пошла уже. Красота. Вот так. Наверное, леший был на болоте. Давай. Давай вот так через лесок выйдем. И где-нибудь...